Знаете, очень много жалоб и вопросов приходит от жителей района Некрасовки, да и тех районов, которые рядом с Некрасовкой, говорят, пахнет. И вот для того, чтобы разобраться, что именно пахнет, мы, собственно говоря, сегодня приехали на Люберецкие очистные сооружения. Здесь вот в этом цеху, по сути дела, уже все решетки работают в нормальном режиме, в такой эксплуатационном. А вот следующее сооружение пока еще идет пусконаладка на аэротенках, на отстойниках. Поэтому где-то еще будут какие-то, может быть, там изъяны, недостатки, которые в течение ближайших, может быть, там 2-3 недель. Будет и все благоустройство закончено, и выйдем на нормальный уже такой эксплуатационный режим. Но, тем не менее, уже сегодня можно оценить, на мой взгляд, и эффект, который будет достигнут. Это первая стадия очистки. Здесь располагаются, вот в этих кожухах располагаются решетки, которые освобождают поток от механических примесей. На первом этапе задерживаются примеси до 50 мм и больше. Это бутылки, плавающий мусор, сор, тряпки. И следующие, мы тоже их увидим, это решетки тонкой очистки. Диаметр 5 мм и практически до 98% мусора, который приходит со сточной водой, это тоже большая проблема, потому что, к сожалению, граждане используют унитаз вместо урны. Сократили? Не сократили. Не сократили, а оборудование более сложное, нежели то, которое эксплуатировали. То есть здесь требуется персонал другой, более высокой квалификации. А тот персонал, который был? Он задействован. Мы не сократили ни одного человека. Не сократили. Мы еще увеличиваем штат. Увеличили, да. Пока что на 24 человека. По сути дела, основной эффект – это безотходная технология. Здесь со станции ничего не уходит на полигоны, на свалки. Механическая очистка заканчивается тем, что весь мусор, который отделяется, идет на сжигание, на мусоросжигающие заводы. Песок, который выделяется на песколовках, используется дальше как строительный материал. Биогаз производится, который используется на мини-ТЭС. В конечном итоге будет выполнен еще инвестпроект по производству твердого биотоплива. Осадок будет высушен и дальше будет использоваться в цементной промышленности как дополнительное биотопливо для производства цемента. И вы знаете, сегодня, когда мы въехали на территорию, сначала было даже немножко страшно, потому что я думала, ну что сейчас я здесь увижу? Но ведь если говорят, что пахнет, наверное, здесь как-то вот совсем не по-современному. Но вы видите сами, да, современная цеха, все очень чисто. И самое главное, та технология, которая сейчас здесь применяется, как нам рассказывают, и мы это видим своими глазами, что продуман каждый шаг. Очистка от больших отходов, очистка от малых отходов, очистка на уровне микроорганизмов. К 2022 году, к концу 2022 года окончательная реконструкция люберецких очистных сооружений будет закончена. И тогда, ну вот здесь с одной стороны мы увидим самое современное очистное сооружение Москвы, с другой стороны здесь будет экология та, о которой мечтают люди. Мы постоянно отслеживаем вот эти все жалобы и мониторинг ведем. Мы уже предлагали, я еще раз предлагаю, вот чтобы разделить источники запахов, надо проверять конкретно на сооружении.
Вот у нас станция мониторинга есть. Если нужно, чтобы в ночное время какие-то вот общественники присутствовали при замерах, мы готовы предоставить такую возможность. Помимо очистных сооружений, здесь еще много других производственных предприятий. Вот. И, видимо, ради объективности надо все-таки смотреть везде.